Всем привет, ребята, с вами снова я, Shadowin. И продолжаем играть в Соника 2. Прочитал комментарий под прошлым роликом. Владику, спасибо тебе за такую поддержку. Я рад, что тебе нравится. И, в принципе, все сделал. Я тоже на все это надеюсь. И еще один комментарий. Говорят, что... Ладно, мой друг сказал, что Саня, у тебя ужасный голос. Поверь, без тебя это знаю. Я из-за этого не хотел месяц записывать. Из-за своего голоса. Потому что фильтры на него ужасные. А так, Владику, спасибо тебе. Я впервые... слышу вот такую вот поддержку для себя. Так, в принципе, что у меня идея на эту серию? Собрать, наконец-то, третий изумруд хаоса. По причине того, что в прошлый раз мы его не смогли собрать из-за того, что мне не хватило 5 колец. Просто 5 колец. Почему нельзя было дать мне 5 колец? Да блин. Сигани в эту трубу. Наконец-то. Видео еще немножко задерживаются по причине того, что первое, это конвертация происходит. Ну, когда я записываю, его нужно сохранить. Там после вот этого вот монтажа всего. Во-вторых, еще ждать, пока она на YouTube загрузится. И из-за всего этого оно задерживается. Примерно на 1-2-3. И то я помню один раз, когда оно на целый день задержалось. Ну, я... Ладно, на этом уровне не соберем, потому что я ни одного сохранения даже не видел. И скажу теперь так, то что видео будут выходить через день или каждый день. Это будет в разброс немного по... Смотря, короче, как по обстоятельствам у меня будут. Ну, ладно. Мой косяк. Так, жизнь халявная. Тун-тун. Ура! Так, полетели через верх. Давай, сальдухи крути. Угу. Разгончик. Дабл килл. И плюс 20 колец. Еще. Так, 14. И можно будет идти на изумруд хаоса. Главное сохранение найти. Еще 4 кольца. Все, можно идти на изумруд хаоса. Только где бы сохранение еще найти? До того, как я получу урон. А то просто пипец будет, если какая-нибудь там псина возьмет меня и торкнет. Не смей. Слава богу, то, что у меня еще сейчас щит действует. А где сохранение-то? Можно мне сохранение дать?
Вот оно! Подождите. Сейчас. Не-не-не, псина. Вот так. Теперь можно сигать. 102 кольца. Надеюсь, в этот раз мы сможем собрать 50 колец. Да. Погнали. Тише, 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 тише. Тише будь, моя милашечка двухвостая. Бум. Сто десять уже. Так, давай. У меня прям сердце уже колотится. Давай. Нет, нет, нет. Я смог просто. Я думал, я сейчас на эту мину недоделанную попаду. 14 колец. Можно мне 4-8? Есть. Ура! Бум. Колечко. 126 колец. Фух. 160 колец. Почти 40 надо. Угу. Нет. Да! Да! Ура! Мы смогли! Слава богу, у меня сердце уже колотится. О, господи, наконец-то! Смогли! Да, третий изумруд хаоса. О, ешкин кот. Так, продолжаем. Если вы увидели цифры на экране, то напоминаю, что это я вырезал рекламу, потому что из-за того, что там у меня немного не так работает, несколько секунд могут быть эти цифры. И чтобы некоторые не задавались вопросом, что это за цифры, объясняю, что это я вырезал рекламу. Давай, моя лисичка-мутант. Я могу тупо вот так вот сделать. Плыви, умница. Давай, ты молодец. Давай, лети, лети, лети. Так, стой. Ну, ладно. Погнали. Нет, тихо, тихо, тихо. Прощай, мой милый друг. Хорошо, что мы тут сохранились. Есть.
Просто замечательно! Просто замечательно! Хватит там свои слаймы создавать! Тиктокер, блин! Опять со своими новыми лайфхаками! Слаймы там создаешь. Есть. Давай, задница усатая, проваливай. Я все равно почему-то не могу попасть в тебя, когда я нафиг... Я прям уже дальше тебя лечу. Я вот так вот в клубочек свернусь. Так. Так, продолжаем. Опа. А, я помню, нафиг это меня бесило. Ладно. Ладно, это меня бесило все равно. По причине того, что тут есть вода. Это первая зона, которая меня взбесила. Колечки. Ладно. Не-не-не, я не буду использовать сохранение. Это же еще один из изумруд хаоса. Когда-нибудь видели, чтобы лиса по веткам прыгала? Ладно, тихо, тихо, тише будь. Давай тише. Давай. Ты уже на воздухе буквально стоишь. Мне нужны 7 колец. Нет. Два кольца, два кольца. Не дай бог, какая-нибудь собака сейчас. Нет! Вот псина. Я тебя бы потом сам как... Дал, как бы дал тебе. Щит. Нет, нет. Есть, щит. У нас есть щит. Это просто замечательно. Давай, изумруд хаоса, изумруд хаоса. Чпок. А вот эту зону я сам не знаю, насколько она жесткая. 40 колец. Вообще не верю этой зоне, что она будет настолько простой. Я вообще не верю, то, что она будет простой. По сравнению с предыдущей. Да... Есть. В последний момент просто прыгнул. Подстава, блин. Это полная подстава, псина. Я даже не узнал, как он выглядит.
Ага. Я ненавижу рекламы, блин. Я просто сразу так говорю. Пусть опять реклама была. Так, я знаю, что это за подстава с падающими платформами. В прошлой серии уже было такое. Да вы псины! Замордовали! Нафиг? Комары летающие! А вот почему сейчас пружина не сработала? Так. Ага, второй акт. Чтобы вы понимали, когда я монтирую, у меня голос и так очень тихий. Я его выкручиваю на 200%. Да нет, блин, пожалуйста, долетишь, нафиг, крот-бульдозер и комары нафиг надоедливые. Давай, греби лапками, греби, просто греби, плыви. Я нафиг быстрее этого копья по непонятной причине. Нет. Вот комары надоедливые пошли. Ты чё издеваешься? Шесть жизней. Ладно, я помню, когда первый раз играл, у меня, блин, было по 15 жизней. Я не понимаю, почему на Тейлзе у меня всегда так много жизней. Наверное, по причине того, что с ним мне легче всего играть. Нет. 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 И нет. Кстати, игру я буду проходить два раза. Это за первый раз вот за Тейлза и второй раз за Соника и Тейлза, когда они вместе. За Наклза не буду, потому что он мне не совсем нравится, персонаж. Потому что когда я его за него пытался пройти, ничего не получалось. Из-за того, что когда я нечаянно второй прыжок нажимал, второй раз, то он, блин, падал на землю или хватался за стену. Комары! Нет! Можно утопиться. Я сделаю утопающим. Чего? Мне сейчас все кольца... Да... Давай.
Запомните, убивайте комаров, они плохие. Опа-на. Боинг. Прямо на сохранение. Вот это везение. Боинг. О! Уи! Да ты издеваешься! Уи! Так, я знаю то, что в бревнах спавнится кольца. Да, мне осталось 7 штук. Мне не нравится. Тут полюбас комары где-то летают. Комары! 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 Комары, комары! Нет, нет, пожалуйста. Будьте... Нет! Крот недоделанный! Душегуб! Я тебя убью, срань! За что? Почему? Вот сидел бы ты в своей норе. Еще эти комары меня уже заколебали. Приставучий, блин. Какое вам плохое зло сделал? Да блин, а почему снова зарегенерировались? Ах ты собака! Ну, псина! Где я? Я ненавижу его. Отныне самые мои нелюбимые роботы — это надоедливые комары и крот. Нафиг. Недоделанный. Точнее, переделанный. Ненавижу. А толк? Я уже не соберу. Я просто не соберу. Да-да-да. 100% сейчас комары полезут. Нет, нет. Я ж тут был. Я же тут был. Ладно. Я беру свои слова назад. Нет! Комары! Комары! Нет! 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 Так, ч-ч-ч-ч-ч. Ладно, попробуем в этот раз собрать этот изумруд.
Так. Да, тише. Одно кольцо. Алло! Вот, наконец-то! Одного кольца, что ли, не было? Сколько теперь? Еще 70? А не многовато ли? Я понял, в чем сложность. В том, что тут будет побольше колец прибавляться. По вот таким вот мелким роботам. Да нет. Чуть-чуть осталось. Еще 5 колец, дайте 5 колец. Жадины, вонючие жадины. Я ненавижу нафиг эти мины. Щипы бы им повыдирал. А я, кажется, знаю, какого цвета изумруд. Белого. Потому что под... Каждая карта под свой цвет изумруда. А там карта белая. Зачем я сейчас иду назад? Это за кольцами. Ну, комары, блин, надоедливые. Псина. Точнее, комар. Ненавижу комаров. А кто их любит-то? Лягушки только жрать их. Чпоньк. Уй. А, для Тейлза сломай легкая зона. Тут надо по копьям прыгать, чтобы забраться и продамажить Эггмана. Я не понимаю, на сайтах его зовут Работник. Так его называют Эггман. Нет. Опа-на. Давай, подойди, подойди. Я тебе носик своим хвостиком пощекочу только. Псина, нет! Ладно. Давай, подлетай. Ах ты псина. Стоп, а я могу его... А я его под брюхом могу дамажить. У меня для тебя есть время. Вылетел. Так что всем спасибо за просмотр этого видео и всем пока.